Что у нас тут Леон задумал? Он просто задумал лечь рядом с колесом большим. Сейчас она голову на него положит. Вот эти бузы какая большая белая. Он прошайки. Видели? Вон они, собрались. И Зевс там в первых рядах. А, их Алена там кормит. Да. Не кормит, ты спишь в районе. Такой нос прям идеальный. Я хочу подать. Я думаю, кто там? Это Алена. Ну это пошла. Остальное это все его воду и маленький. Вот смотри, еще маленький такой. Не собрались все возле мамки. Не покусает, он съест. Он же слеп, и поэтому он не покусает. К нему нельзя. Он слишком опасен. Да, он сам к себе. Всех построил с утра. Видишь? И улегся. Вон он, вон маленький мокренький, смотри, попу намочил, купал. Ага, ага, смотрите. Побежал. За трактором. Не успела с ним. Еще одна. Летит. Весты. Матильда. Пошли, придем, вернемся, покормим чуть-чуть. Он не хочет уделять тебе внимание. Там Гранди. А львица есть? Да, не вытирай мясные руки. Зевсик. Вега. Леон чихнул. Зев задумался. Там Леон лежит. Веста с Матильдой топают туда своим. Так, картинка сейчас будет прыгать. Опять идут с коляской. Ждут угощения. Один Леон не голодный, не хочет ничего угощаться. В сторону ушел, все. Лапочка маленькая. Вообще отдельный бедный лев.
достали. Еще маленький такой. Тирона с колесом. Мое, говорит, колесо. Кому не отдам.